Приветствую вас, подводники, с вами Рима. Сегодня у нас продолжение игры под названием U-Boat. Мы, насколько я помню, в прошлой серии потопили один корабль, очень большой, и только начали отходить. И наши товарищи нашли еще дым из труб. Кстати, давайте доложим. И поэтому сейчас попробуем приблизиться, посмотреть, что это за корабль. Скорее всего, это не военный. Ну и тут самое главное... Тихо, спокойно. Тут самое главное, чтобы он был... либо английским, ну, в общем, с теми странами, с кем мы воюем, да, понятное дело. Так, дым из труб, вот он находится, он там где-то находится, да, так, сейчас посмотрим на него. Я, вот, я прям только начал отходить. Блин, что за фигня, ага, спасибо. Да, это наш клиент. Дым из труб, он идет в обратную сторону. Давайте повернем тогда. Так, мы идем вот в эту сторону. Получается вот так, вот так. Поворачиваем быстренько. Ускорим время. Средней кнопкой мыши. Главное, чтобы он нас не увидел. Где-то так, да? Да, мы сейчас параллельно идем к нему. Он здесь пока... Мы его не видим, прям вот визуально не видим. Вот просто видим дым и все. Ну-ка. Приблизимся. Спокойно, сейчас посмотрим. Да, мы, в принципе, я думаю, приближаемся. Да. Мы приближаемся. Это вроде бы британский флаг. Или немецкий, он тоже красный. Непонятно. Ускорим время еще раз. Да, это, кажется, британский флаг. Ускоряем еще раз. Ну что, наверное, на погружение пойдем. Господа, поехали на погружение. Сейчас полный вперед дадим сначала. Шнеля, шнеля, душ твой мотал. Поехали. Дым из труб, вот он, кстати, идет. А его курс получается... Ну да, где-то вот в эту сторону он идет. Вот такой вот курс у нас. А расстояние у нас получается 5... миль. Я думаю, да, пойдем на его курс. Кстати, игра почему-то сразу рассчитала нам, как мы должны правильно курс делать, да, в принципе, примерно. Судя по этой линии, которую я начертил. Да, скорее всего, так получилось. Не знаю, возможно, это случайно произошло. Это... Блин, это немецкий корабль. Блин, это немецкий корабль, блин. Да, это немецкий корабль, это наши. Все, забиваем на них. Убираем все это дело, поехали. А, ложная тревога. Ложная тревога, да. Поехали. Просто оставляем их в покое. Да, а куда он идет, интересно? А, ну да, он идет вот сюда, понятно, хорошо. В Норвегию идет. Ну, наши пацаны, наших, конечно, не трогаем. Мы своих не трогаем, естественно. Вот это все поудаляем сейчас быстренько. Ну, пойдем дальше. Ускоряем время. Опа, еще один корабль, подожди. Спокойно. Ну-ка, сейчас по курсу. Где-то здесь должен быть он. Приблизимся. Подводная лодка? Да, это подводная лодка. Это тоже наша. Это наша. Даже наша подводная лодка. Патрулирует. Ну, забиваем на них. Все, уходим дальше. Итак, ну что ж. Клаус, иди. По-братски. А что я тебя не могу? А, ты спишь. Хорошо, я понял тебя. Так, мы с вами сейчас, наверное, отправим вот этого пацана сюда. Хотя нет, давай иди в навигацию. А ты... Ты тоже отдыхаешь. Нам бы освещение сделать белое. Все, погнали дальше искать пацанов. Слушайте, ну так, конечно, красиво. Уже день наступил. Графон просто обалденный. Игра недавно обновилась. Сейчас стало намного... Слушай, а что за дымяра там такой? Подожди. Там дым какой-то. Давай, иди туда.
догнать его. Игра стала намного оптимизированнее. Ну, таких вылетов не было, как у меня было. Помните, в первой серии? У нас новое поступление. Контакт обнаружен, корабль. А у нас какой-то приказ поступил. Ну-ка посмотрим сейчас. Радист, ты где? Запрос снабжения. А, нет. Ошибка. Ну-ка, сейчас посмотрим мы, кто там вообще есть. Так, давай, вставай, Клаус, кто там? Кто там? Чё там? Наблюдение. Иди в наблюдение. Мы сейчас попробуем посмотреть, кто у нас там такой хороший, красивый пацан. Так, прямо по курсу. Это не наши клиенты. Пыхтит, смотрите, как хорошо. Он прямо в нашу сторону идет. Мы вроде бы отошли. Очень малая группа. Ю 1014. Скорее всего, это и есть группа, которую мы сейчас пытаемся найти. Сейчас посмотрим, что это за корабль такой. Зафиксировать. Неопознанный корабль как раз в нашу сторону идет. Так, погружение. На перископную глубину. Его курс получается примерно вот так вот. Мы должны вот здесь вот где-то встать. Как раз 1 миль. Если это наш клиент, мы его просто будем дожидаться и все. Все, мы погрузились. И останавливаем корабль. Давай, малый, вперед. Хорошо. Все, останавливаемся. Включим синее освещение, чтобы экономить воздух. Ну и будем ждать. В принципе, очень-очень хорошую позицию мы заняли. Теперь осталось, конечно, надеяться, что это противник, а не какие-нибудь союзники. Грузовое судно как раз здесь идет. Все, готовимся. Немножко перемотали время. Отправляем графа. Блин, он спит. Командирский перископ. Слушай, а что ты так это? Ага, спасибо. Блин, наши тоже вроде бы. Твою мать. Это наши. Да. Да, это тот же корабль, походу. Он вроде бы в обратную сторону шел, сейчас обратно сюда идет. Хер поймешь. Да, это наши ребятишки. Все, ладно, забили на них. Идем дальше. Только что получили сообщение, что прототип Сонара переводится на грузовом судне Бейкон Хилл, называется. Направляется в Галифекс, где он будет проходить дальнейшие испытания. Расчетные координаты цели такие-то, такие-то, 284, скорость 7 узлов. Судно движется в составе конвоя. Потопление этого судна заметно замедлит развитие противником данной технологии. Итак, АМ-459. Посмотрим, где эта штука находится. А, ну да. Поехали тогда, посмотрим. Блин, а мы их не догоним. Полный вперед включим. Попробуем их догнать. Главное, чтобы нас никто не перехватил. Блин, будет сложно. Сейчас на полном двигателе, ребята, на полный вперед. Мы прям идем. Прям жестко. Иди на штурманскую, братан. Так, УЗО. Одного освободим. Дадим вот это. Давай вот их всех освободим, чтобы экономить. Нам нужно экономить ТО двигатель и постштурмана. Постштурмана сколько нам дает? Минус 20%. Блин, конвой. Жесткий конвой. Наша задача его потопить. Поехали. Давайте еще раз его курс посмотрим. Первая точка здесь. Мы знаем его скорость 7 узлов. Главное тут, ну, туда-сюда. Вот здесь он где-то стоит. Так, курс. Да. Мы пока идем прям на полный вперед. Я надеюсь, наши движки выдержат. Хорошо. Так, спокойно. И вторая точка где-то вот здесь вот будет. Теперь чертим его курс. Ну, в принципе, мы его курс и так знаем. Нам показали же его курс, да? Короче, вот здесь вот. Вот здесь мы его встречаем.
Legen Sie den Kurs an. Ай, ай, Herr Kaloy. Хорошо. Поехали. Да, можем вот так вот сделать даже. Так, все, полный вперед. Самый полный вперед не будем делать, конечно, это подожди. А, это максимальный вперед у нас был. Так, все, мы почти на месте. Все, уходим под воду. Уходим под воду. Как раз день. Это, с другой стороны, и хорошо для вас, да, то, что можно видеть все это дело. И, с другой стороны, плохо для нас, так как днем могут нас увидеть. Уходим под воду, я ускоряю время, как вы видите. Здесь глубина достаточно хорошая. Но вот этот флаг у нас сейчас просто спалит. Включаем синее освещение. Так, вы все готовы? Да, ребята? Молодцы. Молодцы, рулевые работают. Мы с вами настроили, да, как работать все это дело, то чтобы наши хорошо себя чувствовали, знал каждое свое дело. Пост рулевых я поставил, отключил электропривод рулевых, глубины тоже отключил. То есть это все вручную происходит, и как раз мы еще и прокачиваем своих товарищей. Итак, мы, наверное, своего графа отправим на наблюдение, хотя у нас вот этот идет, да? Иди пока в карты поиграй. А ты, наверное, пойдешь вот сюда, командирский. Вот. А ты, нет, ты давай иди поспи. Ты должен поспать немножко. Иди отдыхай. Мы сейчас без тебя тут разберемся, все сделаем. Все будет хорошечно. Итак, ладно. Что, может, сохраним игру? Или нет? Давай сохраним все-таки игру на всякий случай. Мало ли. Может быть, я зафейлю. Может быть, еще что-то произойдет. Ждем. Надо чуть-чуть вперед дать, кстати. Чуть-чуть. На пол шишечки. Самое мало вперед. Надо развернуться. А, ну, мы и так развернулись. Оп. Остановиться. Нет. Не-не-не-не-не-не. Давай. Так, время у нас 6 часов вечера. Что-то мы, походу, по курсу чуть-чуть промахнулись. Вот, видите, левее чуть-чуть идет. Ждем. Новая цель. Потопить Бейкон Хилл. Я не знаю, сможем ли мы его найти. Он там с конвоем идет. Скорость его 7 миль. Это раду, что мы имеем его скорость. Сейчас мы... Остановиться. Ой-ой-ой. Он очень близко. Алярм. Алярм. Давай назад дадим. Назад чуть-чуть дадим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Эсминцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мы очень близко подошли. Главное, чтобы нас не спалили. Все. Остановитесь. Фух. Так, хорошо. Давай чуть-чуть выше, дай, по-братски выше, дай. Нет, того рот, твиник. Офигеть. Это эсминец. Это хер поймешь кто. А чё вода какая-то такая, кого-то непонятная. Неопознанный корабль. Опознать бы его уж по-братски. Хорошо. Напряженка жесткая, ребят. Алярм, алярм, алярм. У нас воздух заканчивается. Даю знать, где нахожусь. 41%. Ну-ка посмотрим.
это изменит? Надо всех опознать. Останавливаем игру. Вот это на него похоже прям. Прям конкретно на него похоже. Прям конкретно на него похоже. Обнаружен пароход в квадрате такой-то, такой-то. Курс 242. Скорость 7 узлов. Попытка атаковать, отказ торпед. Не можем продолжить атаку. Понял. Но это потом, это другая. Это другой. Блин, Симба, ты не вовремя. У меня тут кошак просится на улицу. Сейчас. Мой хороший, иди ко мне. Так, у них 7 узлов, да, как я уже говорил. Немножко. Блин, какой большой конвой. Надеюсь, это наш корабль. Надеюсь, ребята. Я не смогу его сразу опознать, к сожалению. Но он, видите, сразу не опознается. Неопознанный, неопознанный. Анау, манау. Туда, сюда. Ты что делаешь? А, понятно. Хорошо. Давай, иди сюда. Так. Выровняться. Спасибо. Слушай, ты бы убрал свой перископ на этот... зенитный, ёптать. Перископ. Ладно. Мы с какой стороны заходим? Мы с ним с правой стороны. Прямо у нас по курсу должен быть. Так, где ты? Брат, ты где? Он? Да, он. Он. Выше, да, чуть по-братски. Итак, давай его распознаем. Посмотрим, что это за кораблик такой интересный. Это не он. Вот на него похож. Хотя один, два... Не, это не он. Какой у него? На него не похож вообще. Это военные. Empire Tower, скорее всего. По всей видимости, это так. Ну, точно не Explorer. Хотя Explorer похож на него. Да, кстати, Explorer это. Это Explorer. Длина 123. Скорость, конечно, 7 узлов. Мы знаем с вами. Курс 242, так, кажется, там было. Или 247 было написано. Ну, давайте сейчас, наверное, сделаем курс по соотношению к нашей позиции. Сейчас посмотрим. Мы тут стоим. По-братски. Вот наш курс. Вот его курс. Ну, как-то так. Итого, что мы имеем? Семьдесят три градуса. А если вот так вот? Ну да, так же. 73-74 градуса. Мы с правой стороны, да, у него? Да, с правой стороны. Так, дистанция, скорее всего, 1 километр. Вернее, 1 миль. Это не точно. Да. 1 морских миль. Прекрасно. Готовимся к бомбардировке. Мы одну цель распознали, ее курс. Так, вторую цель сейчас распознаем по-братски. Я не буду ее прям по очереди все это, да? Сейчас вот так вот, может, мы... Шикалдык делаем. Чё ты? А, все-таки надо тебя распознать, да? Ладно, хорошо. Скорость 7. Курс 108. Дистанция 1. Не, подожди. Ну, это жестко, конечно, Римас. 5 миль. Хорошо. Вот свой, Бебесан. Давай. Что, прям каждого надо распознавать, что ли? Блин, что-то прям... ТДМ надо будет взять. Мод. ТДМ компьютер там был, кажется, может.
мод, вернее, мост. Так, что, добьем тебя по-братски? Мы что, попадаем в него, нет? Как вы думаете? Сейчас посмотрим. Римас играть не умеет. Ну, вроде идут. Летят. Летят самолеты, танки горят. Ну давай! Прошла наполовину, говорит, торпеда. Первая торпеда прошла наполовину. Но, в принципе... Да! Мы сейчас попадем в него. Ай, я надеюсь, это наш клиент будет. Где наш этот? Блин. Ладно. Римас, темно, ничего не видно, Римас. Yes! Хорош! А где вторая торпеда? Хорошо, идет вторая торпеда. Так, ну включили фонарики, да-да-да. Им темно стало. Кстати, они в нашу сторону светят. Давай, на тихом ходе, самый малый ход. Занимаем позицию. Да, вторая торпеда, скорее всего, не попадет. Хотя попадет. Хотя не попадет. Не, не попадет. Что, они потушили пожар? Неужели? Братан, топись по-братски. Братан! Давай, вторая торпеда. Блин, надо было сразу две торпеды дать. Мы же, походу, в этот попадем, слышите? Вот в этот неопознанный корабль. Блин. Аппарат второй заряжен. Что, добьем его? Добьем его, ребят. Давай добьем, по-братски. Пока нас не добили. 10 часов. Так, у него скорость, наверное, будет уже 5 узлов. По-братски. Так. Подожди, это тот корабль или не тот? Ну, сучоныш, потушил он его. Нет. Давай 6 узлов сделаем. А, нет, ну, в принципе, 5 узлов, нормально. Не разогретая торпеда, к сожалению. Прям все херачим. Добить его. Все, уходим под воду. Наверное, вот сюда, вот в обратную сторону. Бля, они на нас разворачиваются. Тикаем, короче, по-братски просто. Че? Просто валим. Бля, он все-таки топанул, сучоныш. Я думал, он наоборот. Да, мы три торпеды просто в молоко. Хотя... Ну, маневрирует. Хотя, смотри, подожди. Ай, пошла мазута. Давай, последняя торпедка, ну. Давай. Давай. Мы, слушай, а мы нормально так херачим его. Оу. Да, давай еще. Есть. Повышение у нас тут этот наш... Наш повысился только что, прокачался. Капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Блин, классно. Хорош. Ну чё, он точно сейчас туда-усудау или не туда-усудау? Сейчас посмотрим. Нам надо вообще Себастьян устраивать, ребят. Нам конец. За нами эсминец идет. Все, уходим в глубину. Давай, 117 глубины. Блин, у нас воздух еще. Плохо, воздух, воздух. Он сгорел полностью. Он сгорел полностью. Так, новое сообщение какое-то. Обнаружен пароход в квадрате туда. Подожди, братан, мы тут от эсминцев отходим. Фух. Ушли.
Так, ребята, у нас проблема с воздухом. Теперь будем отходить. Дали бомбу, торпеду, теперь отходим. Кстати, мне не нравится то, что... Общая громкость. Так вот сделал. О. 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 Хорошечно. Погнали. У нас невозможная передача подводным. Так, у нас 125 метров глубина плюс. То есть непонятно. То есть мы знаем, что 125, а там дальше может быть еще больше. Может 1000 метров. А что ты сюда разворачиваешься? Закрыть шарманку. А почему я туда не могу уйти? О, у меня игра разворачивает, смотрите. Я не могу туда идти, почему? Я не имею права сюда идти? Или что? Не дает. Слушай, а может быть так ему? Подожди. За нами ведется охота. Даю знать, где нахожусь. Так, давайте повысим своего пульчика. А как ему это сделать? Наверное, вот так вот. Новые задачи. Так, экипаж. Не здесь. Не здесь. Наверное, штаб, компания. Точно не компания. Судовой журнал. Не, подожди. Где это было? Я сейчас не могу вспомнить. Ну, экипаж, скорее всего. Да, правильно. Экипаж. Где я? О, навыки. Да, вот они. Командир, наблюдатель. Офицер, более метко стреляет из орудий. Командный дух. Когда стресс на борту, впервые поднят так туда-сюда, не то. Торговый инспектор. При посещении склада в порту или в составе делегации на лодке снабжения стоимость товаров снижается на 25%. Эффект не суммируется с другими офицерами. Давай, кстати, да, мы уже имеем эту шнягу. Так, наблюдатель, стрелок. Ну, ладно, качаем его наблюдателя. Не знаю, может быть, я неправильно сделал что-то. Бля, они параллельно к нам. Ой, сейчас будет бомбы. Ай, бомбы пошли. Ай, бомбы пошли. Ай, люблю. Полный вперед, давай. Ой, сейчас что будет? Баса-бомб. Ай, люблю. Давай, бомбы. Ты, вас ничего не видно. Сейчас увидите, ребята, вспышки. Воу. Пошалеть. Где там? Что там? Кто там? Кого там? И сам. Ай, мимо. Мимо. Темный экран, Римас, ничего не видно. Басабом. Ай, красотища. Ай, люблю. Глубина жесткая, я вам скажу. Вот они, вот они. Басабом. Басабом. Уи. Так, меняем позиции. Сучоныш, а? Глубинные бомбы, ребята. Они любят глубину. Как они быстро научились баса-бомбами заниматься, а? Только война началась. Непорядок. Да. Че, пойдем в картишку поиграем-то? Раз уж такая пьянка пошла. Че, пацаны, в карты будем играть, нет? У нас воздуха, правда, маловато. Сейчас они отбомбятся. Че там, кто там, кого там и... Где карты? Карты где? Че ты там бегаешь?
Куда он побежал? Иди... А, ты понял. Иди ложись спать. А, тоже... О, ему не спится, ребят, смотрите. Ему не спится. А, никто в карты играть не хочет. Раньше можно было, сейчас, походу, во время боевой тревоги невозможно играть в карты. Можно, в принципе, их послушать. Бля, мои уши. Лучше не будем слушать. Ладно, друзья, буду дальше уходить от баса-бомб, баса-бомб. Блин, обожаю. И играйте в хорошие игры, ждите третьей серии, скоро будет. До скорых встреч. Всем спасибо. Кстати, лайки, нравлики, там шмальники, туда-сюда, не забывайте ставить.